В 8-м микрорайоне сегодня загорелась новостройка. Пожар вспыхнул на 3-м этаже 9-этажки. На место вызова моментально выехали несколько пожарных автомобилей, бригада скорой помощи и спасателей. К моменту прибытия расчетов из окон строящегося дома валил дым. Выяснилось, что горят матрасы, на которых спали рабочие. Обошлось без пострадавших. Провели разведку на наличие людей. Люди все были до приезда пожарных подразделений эвакуированы. Значит, выяснилось, что горят матрасы. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, в течение 1-2 минут. Ну, предварительная причина – неосторожность.